Не волнуйся, Кейт цела. Спасибо, Хьюго. Прости, друг. Извини, Саид. Ничего личного. Где Лок? Разговаривать с тем вредным китайцем. Я тебя не трону, Ферли. Ага. Я видел, как ты своим брейкдансовым приемчиком сломал парню шею. Так что я лучше тут. Надо же. Видно, тюрем уже на всех не хватает. Знаешь, я проиграл доллар. Каким образом? Я поспорил с Джоном, что у тебя хватит ума, чтобы разглядеть в друге подсадную утку. Да что ты знаешь о дружбе? Что грош цена друзьям, которым нельзя доверять. Я что, твоя пленница? Ну, если это тебя заводит... Почему ты пошел с Локом? Я пошел не с ним. Именно так, Джеймс. А почему ты с Джеком? Я пошла за Джеком, потому что он может увести нас отсюда. В этом-то все и дело. Я не хочу уезжать. Почему? Ничего хорошего в том мире меня не ждет. А на острове что, лучше, по-твоему? А что там ждет тебя, Кейт? Если не ошибаюсь, тебя везли в тюрьму, когда мы сюда рухнули. Если ты надеешься, что тебя там ждет что-то, кроме наручников, то ты чего-то не понимаешь. Оглянись, Веснушка. У нас есть крыша над головой, электричество, душ, постель. И как долго, Сойер? Как долго мы сможем играть в дом? Давай это выясним.